Ребята, всем привет! Как вы поняли, у нас сегодня очередной обзор на самые крутые, самые новые тачки 2020 года. Готовлю сейчас рабочее место, убираем нафиг этот тостер, не нужен он нам. Нам нужны только Hot Wheels, крутые обзоры и видосы. Подписывайтесь, и мы начинаем. Наконец-таки, ребята, в наших магазинах появилась куча нового интересного по Hot Wheels, что можно распаковать, посмотреть и сделать крутой обзор, чем мы, собственно, и займемся. Спасибо Виктору Автоход за классный видос. Действительно, я нашел ID модель, спрятал, и прикольно получилось, что он ее нашел. Если не смотрели, ссылочка на видео будет в описании. Так мы сделали первую игру Hot Wheels, удача в придачу. Обязательно посмотрите, интересный был видос, мне понравилось. Ну а наш обзорчик, я не знаю, с чего начать, пишите в комментах, с чего бы хотели, а я, наверное, начну. Давайте с Поршика. Поршик — это всегда классика, всегда интересный стиль, тем более здесь он представлен в такой очень интригующей и завораживающей окрасочке. Porsche 911 GT3 RS Hot Wheels Exotics. Давайте с него и начнем. Тачка мне очень нравится. Вот она в таком интересном ливрее. Сейчас его распакуем, откроем и давайте посмотрим. Porsche. Купил его наконец-таки. У меня есть пару Porsche GT3. Но и вот дошла до этого Porsche очередь. Не совсем получается его аккуратно открыть. Некоторые машины легко открываются, но этот немного с трудом. Тем не менее, он поддался. И давайте глянем, что это за модель. Модель, ну, сразу скажу, по ощущениям в руках нету какой-то сильной добротности, но сразу отмечу, очень красивая раскраска. Очень красивый кузов. Посмотрите, детализация, значок Porsche виден на капоте. И вот этот черный и желтый цвет, конечно же, он просто топчик, смотрится топово. И сама модель, ну, помимо того, что это Porsche, вот этой вот раскрасочки немного такой вот в восточном стиле, смотрится замечательно. Смотрите, заднее крыло, задний выхлоп. И перейдем к нижней части машины. Porsche, конечно же, сделано в Малайзии, 16-й год. GT3 RS. По салончику, что скажем по салончику? Да, видна его прорисовочка. Смотрите, этот человечек даже пропечатан на крыше. Вот это детализация. А сзади видны каркасные упорные устройства для кузова. Скорее всего, эта тачка гоночная. Вообще, напишите в комментах, что значит этот человечек в раскрасочке. Наверняка это сделано по каким-либо гонкам, либо по игре, но тачка мне нравится. Не терпится, конечно, испытать ее на трассе. Сзади, ну, у нас выхлоп задетализирован. И получается колеса. Ну, колеса, да, может быть, они темные, хотелось бы побольше разнообразия. Но, тем не менее, какая-то минимальная прорисовочка фар, переднего бампера. В целом, машина гармонична. Какую же откроем следующую модель? Самый топчик я, конечно, на потом оставлю, так что досматривайте видосик до конца. Но у нас сейчас будет Audi RS5 купе. У меня есть красная модель такая, был такой видос, где я делал тюнинг и перекрашивал ей колеса, потому что они были такие блестящие и стерлись. Но здесь, блин, ну если не Audi RS5 купе, то какая тачка идеальная! По-моему, она просто... Это божество, это верх того, что можно было придумать. Я хотя и не сильный фанат Audi, но, по-моему, эта машина просто эталон. Эталон стиля, эталон красоты и эталон дизайна автомобилестроения. Посмотрите на нее! Да в ней все идеально. Даже здесь колеса Hot Wheels проработали на высшем уровне. Такое впечатление, что даже мы видим перфорированные диски. Посмотрите на ее переднюю часть. Это просто бомба. То, посмотрите, я держу в руках игрушечную машинку.
И у меня есть ощущение, что это настоящая тачка, которая ездит по трассе. Посмотрите, прорисовка спереди, ну просто идеальная. Тонировочка, видна детализация салона, какой-то минимум. Но здесь он ей не нужен. При таком кузове, при таких формах, при таком дизайне она просто потрясающая. Смотрите, номер у нас RS5 Hot Wheels. Сзади тоже идет проклеечка фар. И вот эти вот колеса, посмотрите, какой перелив света. Просто потрясающе. Уже держишь ее в руках и представляешь, как она несется по трассе. Я ни капли не жалею, хотя не люблю реколоры. Но эта черная Audi, мне кажется, must have. Она должна быть в коллекции. Вообще, на мой взгляд, это, наверное, лучшее, что сделала Audi. И, в частности, Hot Wheels по марке Audi. Посмотрите. Это идеал стиля, дизайна. Ну и, мне кажется, вообще в целом автомобильной мысли. Конечно, запустим ее, посмотрим на скорость. Мне кажется, она будет быстрая. Вот в ней есть собранность. Вот смотрите, я ее трясу, она ощущается собранная. Смотрите, трясу Porsche. У нее там вот, слышите звук? Такой какой-то расхлябанности. А Audi собранная и добротная. Подписывайтесь на наш TikTok. Мы постоянно делаем там гонки. Кстати, как вы думаете, сделать ли их на YouTube? Там у нас быстрые гонки идут. Подписывайтесь. Мы обязательно затестируем эти тачки. Также смотрим нижнюю часть, выхлоп. Конечно же, Малайзия сделана, но в целом тачка просто супер. Что же возьмем следующее? Что же? Я, конечно же, буду откладывать топчик на потом, но возьму не менее крутую тачку. Shelby Cobra у нас. Привет, конечно, Ильдар Автоподбор. Он занимается как раз-таки настоящей Shelby Cobra. Но у нас Hot Wheels, никаких проблем, покупаешь, и у тебя готовая Shelby Cobra. Ничуть не хуже, мне кажется. Давайте распаковываем. Вот сразу видно, новая партия берется, машинка. Открывается легко, без всяких проблем. Буквально сегодня их приобрел. Ну что, Коброчка, что ты скажешь? Мне кажется, вот эта Shelby Cobra, не зря ее, конечно, не обошел вниманием блогер, такой как Ильдар Автоподбор. Это, мне кажется, воплощение стиля, качества и индивидуальности машин прошлых лет. Когда автомобили не были похожи друг на друга, я об этом не раз говорил, а дизайнеры думали о том, чтобы придумать что-то красивое, индивидуальное, не в угоду маркетингу, а в угоду именно собственной мысли. Ну, посмотрите, мне кажется, эта машина сделана просто по чьей-то фантазии, но фантазия была настолько крутая, что каждый ее элемент поражает. Возьмем окраску, посмотрите, черная с такой вот красно-оранжевой полосой, при этом сочетающаяся с детализацией красного салона, даже прорисованы, мне кажется, вот там крестиком ремни безопасности. Руль минимальная детализация, так же, как и приборная доска, рычаг переключения передач тоже. Но это, может, здесь и не надо, потому что все-таки эта модель, эти защитные для головы только одна дуга защитная. Потому что это модель Hot Wheels, ее надо воспринимать все-таки как модель, потому что детализация это хорошо, но когда переборщишь, тоже не очень. Мне доставляют особое внимание вот эти вот боковые выхлопы. Да блин, мы уже рассматривали одну Shelby Cobra, которая у нас есть. И я говорил, что эти выхлопы просто топчик. Они здесь хотя и сделаны немного в такой вот блестящей красочке, что, конечно, может быть в целом по дну не очень идет, видите, так немного размазисто, и особо даже не видно, что написано. Но сбоку, посмотрите, смотрится просто топчик. Вот эти линии, вот это вот открытая тачка, это каркасное стекло. И уже, понимаете, есть такое вот, как бы такая фантазия, что человек мчит по
по какой-то горной трассе, у него развивается шарф, он одета такая каска с очками, и он уезжает куда-то в будущее, а может быть в прошлое. Именно такие ощущения дарит эта Shelby Cobra. Посмотрите, как уделено внимание деталям. Вот справа есть воздухозаборнички. Может быть, они носят декоративный характер, но они смотрятся неплохо. Спереди нет прорисовки фар, но есть минимальная детализация решетки радиатора, выделены как спереди, так и сзади места для фар. Ну и в целом машинка, мне кажется, она также должна быть в коллекции, потому что она как реальная хороша, так и Hot Wheels постарались и сделали ее на славу. Наверное, лучше, что может быть в мэн-лайне. Shelby Cobra, конечно же, забираем. Это тема.